Я не знаю, надо ли нам перестраиваться сейчас. Надо ли нам сейчас перестраиваться от довольно мощного, глубокого, очень качественного трека Федука, который мы послушали, учитывая, что видно на облоге, «Перезимую», ну тоже, в общем, название что-то как-то каким-то весельем особо не отдает, да? Поэтому вполне может быть, что это тоже что-то очень глубокое, очень красивое. Я думаю, что это должно быть хорошо. Поэтому. Так. Поэтому я ищу этот трек. Ставлю его. Наша Таня. Качество. Я жду качества. Я знаю, что это может быть. Однозначно. Так, сейчас. Популярные альбомы. Да, ну опытные, опытные артисты. Наша Таня тут с 19-го года. Синглы, да. То есть опытные артисты, которые должны попадать к нам в плейлист. Посмотрим, что это вообще такое. Если вдруг вы еще не видели вот этой истории на Ютубе, на главной, обязательно посмотрите. Можете не смотреть. Можете зайти по ссылочке и предложить альбом. Старый альбом. Можете усираться с памяти, потому что все равно лайки расставлять руками. Можете предложить один раз, что просто поучаствовать. Сделайте это дерьмо. Можете предложить старый альбом Глеба какой-то на разбор, если вдруг я что-то не разбирал. Вот. Но чтобы вам выиграть, вам надо пиздец постараться. Там тысячи людей, десятки тысяч комментариев. Так что let's go. А мы слушаем «Перезимую». Погнали. Очень красиво начинается песня. Да, тут перестраиваться, походу, не придется. С грустного вайба. Погасли закаты. Какой красивый чистый вокал. Стали ты кратки. Хорошо сведено. Очень мощный хит, прекрасная, да, такая, я не знаю, что-то типа поп-инди-музыка. Да, очень красиво оба спели, с каким-то трепетом, да, это все с очень таким нежным, добрым трепетом. Знаете, бывает история, когда какие-то люди с какими-то
глубокими переживаниями, возможно, даже со слезами на глазах обнимаются, но они типа пиздец сильные. Знаете такую историю? Допустим, там какие-то, может, потери какие-то, может, сложности какие-то. То есть они не то, что ноются друг другу, да, они вот типа в натуре держатся друг за друга, и они испытывают какие-то сложности. И при этом они в натуре сильно, типа, вытащу пулю, да? Не то, что там, бля, сопельки, да, размажу на твоем плече, а вот в натуре вытащу пулю, да, успокою бурю, усыплю, да, бурю. Перезиму на твоем, ебать, как красиво. И вообще сама история, перезиму на твоем плече, да, ну, типа, как птичка, как бы, с одной стороны, да, тут прям сплошные осадки, болезненно, падка на каждое прикосновение рук в надежде, что опять... Проснется стук. Нет, я всерьез. Проснется стук чего? Типа сердца, да? Да, проснется стук сердца. Все, что было в нас и между, на снегу стоим прежде не обуты. Холод, типа, да я тебя укутал, тихо, как он, бля. Очень сильная песня, очень душевная, очень пробирающая, очень настоящая. Шикарно начал. Продолжил. Закончили. Это хит. Это хит, который, я не знаю, легко может быть встроен в какую-то концертную программу. Там, где идет контраст на крутых, грустных, лиричных песнях, это разъеб. Это разъеб. Это разъеб. Какие мощные треки, блядь, выходят сегодня, да? Вообще круто. Ну, хотя не все там, что это. Мы просто вот Федука трек послушали, да? Кстати, вот зацените, абсолютно разные артисты, там никто никому не переезжает. Просто послушайте тоже, да, рекомендую. Это годная история. Насчет плейлиста куда? Сейчас. Просто... Станет легче. Вот, блин, как будто бы стоило, типа, этот трек тоже, тут, но тут больше альтернативе, да, ближе к Анике Салуке треку по вайбу, да вот не знаю, блин, но тоже какая же это нахер альтернатива, да, все-таки это же хоть и инди, но попчик-то тут какой-то есть, да, короче, потому что я хочу, это весь мой аргумент, RZT Mainstream 2022, я хочу слышать эти треки вот здесь. Здесь. Заказ, я вижу, пришел. Дружище, спасибо тебе большое за донат. Сегодня, на сегодняшнем стриме мы уже 3 заказа слушали. На следующий стрим залетает твой трючок. Он будет опубликован. Если это русскоязычный трек на ютубе, плейлисты. Посмотрим, разберем. Спасибо тебе большое за донат. Разберем твой трек на следующем стриме. Все, следующий стрим, если что, упакован заказами. Имейте в виду, уже 3 заказа есть на следующий стрим. Спасибо, да, спасибо большое. Бля, какие треки у нас сильные? Чё за хуйня происходит? Почему? Почему у нас такая сильная пятница выдалась? Конкретно говорю, что вот... Это прям очень крутой трек. Наверное, вот после... Хотя нет, с отпуская не в тему сравнивать. Это абсолютно разные треки. Это сольный трек, там... Да и хуй знает, с чем сравнить с альбомом, с треком Глеба, я не знаю с каким. Реализация выбранного стиля, я хуй его знает, что тут можно ставить меньше десятки. Честно, атмосфера 5 баллов, 100%, бля. Индивидуальность и харизма от обоих 10, нахуй. Структура ритмика, невозможно докопаться, объяснющая конкретно по фактам. Полностью, прям, точно, 100%. Смотрите, как красиво идет здесь. Начинают с куплета. Есть прекрасное интро. Здесь они залетают вдвоем. Очень короткий, аккуратный припев. При этом не душно. Если бы она вот это спела на 12 строк, ну вы поняли. Потом идет очень разный. Он очень аккуратно принимает эстафету. Залетает сюда. Идет с подъемом и вместе они делают. Потом идет бридж уникальный, которого не было. И припев, который вроде бы припев, но по факту он совершенно разный. Они делают вместе. И они делают, вот этой строки вообще не было. Идеальная структура у этого трека, которая должна быть и которая продумана очень
вот скрупулезно, кропотливо сделано оно. Это очень пиздато. 90 баллов не может быть у этого трека 100% по причине того, что трендовость тут не пройдет. Это не кальян, это не поп-рэп, не поп-рок, да, это не какой-нибудь там трэпчик обычный, это не кальянщина, это не попса обычная. Это музыка посложнее. Это не пятибальная трендовость, но с точки зрения базы, с точки зрения того, что есть тут объективного, я хуй его знает, за что тут можно докопаться. Тут точно 10. Что касается текста, очень круто наша Таня сделала. Ну, типа, я к тому, что обычно мы смотрим, типа, что там по фитам, да, и все такое. У Глеба тоже очень сильно. Я не помню весь год, но я помню октябрь, в котором тебя я не помню хотя бы. Я не помню твой запах, но помню декабрь. Если за городом снова метель, твоей теплоты всегда будет мало. Вечером нам не до этого. Убегаем друг от друга в тихой комнате без света. До этого без света. На ассонансы, бля, рифмы. Очень красиво. В рамках такой легкой музыки. Да я не знаю, короче. Я реально не знаю за то, что тут доебаться можно. Вот реально. Это идеально. Это идеально. Структура в рамках этого трека идеальная. Текст прекрасный. Трендов все актуаль жанра, либо так, либо так. Но это насрать абсолютно. Хоть оно вот здесь. Вот надо считать только, чтобы убивал, и база, все. Ну, в базе даже самое главное, вот и вот, мне кажется, харизма и реализация. Все остальное, типа вот, вот базовые и вот. Вот это то, что создает вайб. Текст может быть хоть вот такой, да, хоть говно собачье, если вы прикалываетесь по какому-нибудь плохому тексту. Пожалуйста, Паш техник может там нарифмовать, и вы можете кайфовать от этого. Ух, блядь, ну это очевидно лучше хуйни там и прочего, достойно высшего балла. Бро, дело не в этом абсолютно. Жанр. Дело не в этом. Насколько музыка пользуется спросом на рынке, потому что у нас 2022 год. Если мы послушаем какой-нибудь старый замечательный трек любого крутого артиста, он будет вот здесь. Какой бы он ни был прекрасный. Самое главное — база. И этот трек, да, он вполне может быть, может претендовать на... У нас будет же, типа, лучший трек там плейлистов, там трек года, вся вот эта история. Четверочку, что ли, поставить? Ну, инди, я не знаю, 4 ли, бляха-муха. Ну, поп. Не, 4. Вполне 4 балла. Да, погнали. Погнали, да. Охуеть просто. Кайф. Бам. Спасибо большое. Я дико кайфанул. Это очень мощно.